говорит, ничего страшного. Самое главное, с голоду не умираю. Хоть что-то умею, я больше чем вкусно делаю. Варю. Я очень надеюсь, что мне кто-нибудь кинет льва на эфире. Я прям так этого жду. Hello. Да у меня желание ко всему есть. Ну мне бы вот знаете, вот машину бы сейчас. Машиночку села, поехала куда-нибудь. Купила себе какой-нибудь донер с кока-колкой. Или фантой. Я очень люблю дорогу. И поехала себе. Представляете, я бы даже не устроилась этим. Блин, все зависло. Интернет, что ты делаешь? Денис, спасибо большое! Короче, как я поняла, все равно лажа с интернетом есть. Что мы с тобой потратили? Блин, ребята. Да что у меня с интернетом не то? Блин, два модератора сидят, и никто не блокирует всяких вот этих, блин. Само вообще приходится. Так я сегодня не успела потратить интернет, в том-то и дело. Я же на новый перешла. Я же на новый интернет перешла. Это новый интернет. С чего он может виснуть? Что-то хотела вам, ребят, рассказать и забыла. Вот, я говорю, я бы, наверное, даже дальнобойщиком бы устроилась. Одна новая только стоит у меня. Все, старое уже нету. Апрельская сирень. Сейчас вроде бы нормально, да, не виснет так? Да вот у меня был Теле2, вот сменила на этот актив. Сегодня, короче, я стою. Я прям почувствовала себя, знаете, прям бомжихой сотого уровня. Я стою, я прям летела менять этот интернет, знаете, так быстро я одела футболочку и шорты обычные. И я захожу, короче, менять интернет. А там же телефоны продаются. И мне говорят, девушка, вы телефон покупать? Мы можем помочь вам оформить. Я говорю, нет, мне только интернет поменять. И новый номер приобрести. И такой залетает мужчина в казах. Проходит, я говорю, вы займите свою очередь. Я же, ну, типа, здесь
стою. Он говорит, типа, а вы что делаете? Я говорю, номер новый оформляю. Он вот так прям, девушка, мне без очереди, я iPhone 15 оформляю. Я такая стою. Знаете, и те два пацана, которые консультанты, они с меня заржали. Я реально стояла вот так, но мне пришлось пропустить его. Ну, я же сама вошла в положение, 15-й айфон, ребята, я его в жизни не видела, он только вышел, а его уже кто-то оформляет. Я была просто 15-й или 14-й Pro Max, что-то такое он ляпнул, я уже не помню, но, по-моему, 15-й говорил. Я еще так улыбнулась, говорю, во-первых, он еще даже не вышел. И заржали они с меня, походу, знаете, типа, ну, типа, для этой дуры он еще даже не вышел, а кто-то его уже покупает. Вот, не вышел, говорят, Samsung Galaxy S23 есть ультра, есть уже 27-й, типа, или 25-й, который вышел, 25-й. Типа, тоже не вышел. Но я сегодня его тоже на витрине видела. Ребята, это такой аппарат. Это просто такой аппарат, это просто в шоке я была. Я прям, знаете, реально почувствовала себя там. Пришла в очереди со своим номерком, стою, когда там iPhone оформляют. Я тогда подумала, да, привет. Я думаю, действительно, человека надо пропустить. У него ситуация, вот у него реально ситуация. Я бы тоже там такая захотела, сказала, можно без очереди. Тут как бы, ну, айфон оформляют. Спасибо за розочку. Представляете, да, с таким лицом? Ужас. Кобра, привет. Только он, знаете, смотрел на меня иначе. Спасибо огромное! Нет, я когда, знаете, вот он оформлял iPhone, но когда ты видишь этот Samsung, все. Нафиг тот iPhone не нужен, ребят. Этот Samsung... С телевизором встроен. Этот Samsung просто, это просто... Разрыв просто бомба. Привет. Привіт! Дякую. Це не халатик, це піжамка. Дуже гарна. Що за Samsung? Samsung Galaxy S23 Ultra. Є просто Samsung Galaxy S23. Я взагалі не знала. Я думала, що є тільки 23 Ultra. Ну, коли стоїть поменьше, просто типу 23. Я така думаю, ну там, звісно, прям кирпич. Ребят, вот это 23 ультра, я аж стою, знаете, вот это вот, аж боишься притронуться к нему, вот это движение, такая стою, думаю, господи. Да, Анвар, привет. Кстати, вот, наверное, нельзя так говорить, чтоб меня не выселили, конечно. Ну, у моей хозяйки вот такой вот Samsung Galaxy 23 Ultra. Она когда пришла, знаете, я так смотрела на него, думаю, господи, можешь хотя бы посмотреть, какое там меню? Ну вот сегодня у меня была такая возможность пролистнуть по его экранчику и посмотреть, какое же там меню.